говорить о приоритетных направлениях, то это сегодня, наверное, актуальный вопрос – это обеспечение жильем наших сотрудников по разным направлениям. Это и строительство общежитий, это строительство жилья для молодых специалистов, это строительство жилья для привлеченных специалистов. Мы буквально на днях рассмотрели проект программы такой жилищной, которую будем реализовывать в среднесрочной перспективе. Ну и те традиционные направления, о которых мы говорим, человеку надо комфортно жить, да, нужно, чтобы было где позаниматься спортом, нужно где поправить здоровье, где его проверить. Поэтому вот эта вот линейка социальной инфраструктуры – это те приоритеты, куда мы, безусловно, будем направлять средства и дальше. Дети, безусловно, детские садики, школы, они останутся в зоне нашего внимания. Ну и общественные пространства. У нас есть очень хорошие примеры, которые при поддержке наших властей, при поддержке Асена Сергеевича реализовываются. И хороший отклик такой от людей получает, например, парк, да, поэтому общественное пространство.